Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля, и мы продолжаем говорить о крещении в Духе Святом. Еще один фактор — эмоциональная составляющая. Несмотря на то, что мы должны, если мы не социопаты, переживать некое эмоциональное переживание, когда Бог крестит нас Духом Святым, несмотря на это, эти переживания не являются критерием или признаком того, что мы крещены в Духе Святом. Например, та же самая радость. Мы можем прочитать в Писании много мест, где говорится о том, что люди переживали радость, но при этом не шла речь о крещении в Духе Святом. И также мы не видим в тех отрывках, где говорится о крещении в Духе Святом, чтобы там говорились о радости, об отсылах к радости. Тем более, что мы нигде в Библии не читаем, что радость является признаком крещения в Духе Святом. Или какая бы то ни была другая эмоциональная реакция. Радость, грусть, волнение, восторг, они могут быть вызваны совершенно огромным количеством причин, и не обязательно это прикосновение Бога. Хотя даже если это прикосновение Господа, то оно не всегда выражается в крещении Духом Святым. Бог может просто утром прикоснуться к твоей душе, сказать тебе какое-то слово, просто ободрить тебя, и тебя наполнит радость. Итак, друзья, любая эмоциональная реакция не является критерием того, крещен человек в Духе Святом или нет.